привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами сыграем просто потрясающую, просто великолепную, просто богоподобную игрушку под названием Лама Кликер. Это, ребята, игрушка, где у нас с вами есть вот такое вот прекрасное существо. Это конкретно наша лама. Мы с этой ламой должны будем сделать одно очень важное дело. Мы должны будем увеличить количество лам на нашей планете. И для этого нам потребуется конкретно на эту ламу покликать. Каждый раз, когда мы с вами кликаем на ламу, у нас начинает производиться все большее количество лам. Как только мы с вами набираем, например, 50 лам, мы с вами можем купить себе самый первый апгрейд и увеличить количество лам за каждый клик. То есть до этого у меня было по 2 ламы за каждый клик, теперь по 4 ламы. После чего мы с вами накопили еще немножечко лам, мы с вами можем приобрести ламовую ферму, после чего у нас ламы начинают производиться в автоматическом режиме. И также потихонечку с каждым кликом, с каждой новой ламой у нас набирается новый опыт, новый экспан. Как только у нас полосочка заполнится, мы с вами получим второй уровень, после чего сможем приобрести себе какой-нибудь перк, который сделает нас еще более эффективными в производстве наших лам. Так как мы хотим, чтобы ламы захватили, конечно же, весь мир, поэтому потихонечку стараемся производить их как можно больше. Но это еще далеко не все, потому что чем дальше мы с вами проходим, тем больше наша лама эволюционирует, тем больше самых разных она получает себе приколюх. Например, в данный момент она получила себе прекрасную, просто потрясающую шапочку. И сейчас как раз таки второй уровень добьем, у нас еще одна была эволюция, надо будет посмотреть, что же мы там себе получим. Но конкретно у нас еще есть новые перки. Так, скидка на апгрейды, более крутой кликбар или же больше поинтов, видимо, при возврате или что-то типа того, но в любом случае я хочу себе больше кликов, чтобы мы сами могли внизу полосочку прокачать, чтобы она стала X3, и теперь каждый клик у нас делает по 6 лам за каждый клик. Прекрасно, по-моему. И смотрите, просто какая великолепная у нас лама. Я считаю, что мы уже сами практически пришли к успеху, но интересно узнать, что же будет дальше. И самое главное, ребята, чтобы ламы не расстроились, я даю вам немножечко времени, чтобы вы поставили лайк этому ролику, потому что чем больше лайков, тем больше довольных лам в этом мире. Поэтому давай ставь лайк, у тебя есть на это 3 секунды, иначе лама придет тебе домой и, не знаю, обламит тебя, полный облом устроит, облама будет полная, вот, поэтому давай, раз, два, три. Кто не успел, тому придет домой вот эта вот лама и устроит полный бедлам. В общем-то, да. В общем, будет много лайков, обязательно поиграем еще и найду еще каких-нибудь кликеров в таком формате. Поэтому обязательно лайкос влепите, а еще, чтобы лам не расстроить, то сегодня кодовое слово должно быть лама. Поэтому пиши лама, получишь от меня лайк, и все ламы будут довольны, конечно же. Так, ну да ладно, давайте ускоримся в наших апгрейдах, купим как можно больше всяких ништячков, и пошел у нас процесс по полной. Следующее улучшение наших кликов будет за 3000 лам, поэтому обязательно сейчас накопим побольше, и обязательно я надеюсь, что в комментариях кто-нибудь напишет, сколько раз за весь ролик я сказал слово лам. Потому что мне это также интересно, так как лам должно быть много. Так, и смотрите, мы с вами улучшились. Теперь у нас по 48 лам за каждый клик дается, что есть прекрасно. И, пожалуй, силу клика я пока что прокачаю как можно сильнее, постараюсь щелкать еще быстрее. И надеюсь, что в скором времени у нас откроется какая-нибудь ультимативно прекрасная лама. И, кстати говоря, по-моему, лама не считывает все мои клики. Скорее всего, здесь ограничение на скорость клика, как мне кажется, потому что я кликаю быстрее, чем... я вижу, что я кликаю быстрее, но дают мне не так много, как я бы хотел. Так, еще интересно прокачки сделать вот эти вот, полностью полосочку заполнить. Я еще ни разу такого не делал. Интересно, что будет, если я прям по максималке прокачаюсь, если я полностью заполню хотя бы одну шкалу. Что же мне такое дадут? Опа! Новая эволюция ламы! Просто посмотрите, теперь она... шедеврально. Вот так она еще круче. Ребята, просто посмотрите. Это же сокровище, а не лама. Почита ты ли это? Кто понял, тоже напишите комментарии. Так. Прокачиваем клик, и у нас появляется еще эволюция. Больше экспы, либо еще сильнее множитель кликов. Я хочу еще более сильный множитель кликов, чтобы мы с вами смогли докликать до бонуса X4. Просто феноменально. Так, ну и... о, еще одна эволюция. О, все, теперь это точно у нас ламачита. Получается какая-то. Великолепно. Интересно увидеть здешнего героя, который бы...
работал вместе с этой прекрасной ламой, а все, у нас новый облик. Теперь у нас лама-фермер, судя по всему. Хотя, возможно, это какие-то отсылки, я просто их особо еще не понимаю, а в дальнейшем, может быть, мы сами что-нибудь любопытное узнаем. Так, и тем временем, что я могу себе приобрести? У нас есть новые апгрейды. Ламовая шахта. Я говорю, что потихоньку ламы будут захватывать весь мир, поэтому мы должны им помогать в этом плане и приобретаем дальше себе ламовый завод. Теперь у нас ламы на заводе производятся. 240... Нет, стоп, сейчас множитель полностью сделаем. Теперь у нас 1000 лам каждую секунду. И дальше нам нужно будет накопить 150 тысяч лам, чтобы купить еще следующий апгрейд, который, судя по всему, позволит нам сделать нашу ламу еще более совершенной. Я надеюсь сделать прямо легендарную ламу и надеюсь, что... Вы мне в этом деле поможете, лайком поддержите, конечно же, чтобы мы с вами максимально бомбезную ламу создали. Так, и каждый клик на сколько? Плюс 100 лам, то есть плюс 400 лам за каждый клик, это у нас позволяет новый апгрейд сделать при максимальном бонусе. Звучит прямо прекрасно, но я хочу, чтобы у нас было еще все более круто, поэтому давайте самые первые апгрейды сделаем как можно сильнее. Так, апгрейд здесь, апгрейд почти тут готов, еще ачивмент один выполнили. Где у нас новые виды лам? Я хочу посмотреть на еще более потрясающие. Красивых и внушающих доверие лам, конечно же. Так, давайте еще один апгрейд. Прекрасно, следующий левел у нас достигнут. А и мы уже 3368 лам производим каждую секунду, не считая того, что я не кликаю. А все это делается в автоматическом режиме, что есть для меня прекрасно. На самом деле здесь есть возможность посмотреть, каких лам мы хотим открыть. И, кстати говоря, я что-то не хочу дождик, пускай у меня будет вот такая вот погода. Это меня более чем будет радовать. Так, чтобы были облачка. А то дождик это как-то грустно, я считаю. Мы таких прекрасных, красивых лам открываем, а у нас дождик за окном. Ну, как-то совсем не то, по-моему. Мне кажется, нужно это исправлять, поэтому пускай будет вот так вот. Так, и дальше силу клика я еще раз усилил. Кстати, здесь постоянно такие ламы появляются. Я все время что-то их не ловлю, а они дают, кстати, неплохой такой бонус, оказывается. В следующий раз увижу ламу, которая выглядывает из-за экрана где-нибудь, обязательно ее подберу. Здесь еще ништячки есть. А 1,5 миллиона лам за просмотр видео, давайте. Так, только посмотрите, посмотрите, как все стало хорошо. Теперь у нас есть пляж, и у нас есть вот такая вот лама, которая попивает кокосик, и у нее есть прекрасный друг. Утенок, не знаю, я хотел сказать барбосик какой-нибудь, но это же не барбосик. Хотя можно его так назвать, наверное, ну да ладно. Придумайте ему имя, дружбану на нашей ламе. Так, что у нас дальше есть? У нас есть... Лама Power Plant, то есть наши ламы настолько прекрасные, настолько жесткие, мощные, крутые, что они дошли уже до ядерных технологий. То есть мы покупаем атомную электростанцию, представьте себе, на которой будут производиться наши ламы. Я считаю, что это уже показано то, насколько наши ламы просто прекрасны и насколько же они потихонечку у нас возвышаются. Так, можно еще купить, конечно, лама Power Plant, но не знаю, не знаю. Сколько мне сейчас дастся бонус по итогу, если я возьму вот так вот сделаю? Теперь 2 миллиона 700 лам можно получить. А почему бы и нет? Это неплохое развитие, я считаю. Кстати, если захотите также своих лам прокачать, если вам не хочется, например... Точнее нет, если вам захочется свою ламу увидеть, как она будет поживать, или вы хотите помочь в захвате мира ламами, то ссылочка на эту игру у меня в телеге будет, поэтому можете поиграть, если хотите. Вот, заходите в мою телегу, там всяческие новости и так далее и тому подобное. Кстати, по поводу того, наверняка скажу, что я опять пропал и так далее. Не, ребят, я приболевший был, поэтому ролики не выходили. Сейчас все будет нормально, сейчас все будет стабильненько, никуда я не исчез. Не теряйте меня. Ну и на телегу подписывайтесь, чтобы таких курьезов происходило меньше. Так, ну ладно, давайте сейчас качнем еще раз. Achievement Unlocked, и сколько получаем за клик теперь. Так, так, клик-бар еще раз сильнее можно прокачать, либо же... Оффлайн заработок, ну не, я прям тут сижу, поэтому я прям тут и хочу зарабатывать как можно больше. Так, лам наших проапгрейдим, ламовую ферму, ламовый, амбар прокачаем, и еще медный клик, и теперь максимальный бонус будет давать нам сколько? Теперь он дает нам по 16 тысяч лам каждую секунду, а каждый клик приносит по 7500 лам. Плюс еще золотые ламы прекрасные такие вот появляются, это не может не радовать. Кстати, вот здесь что это такое? А, это наше возвышение. Ну не-не, это нам пока не надо, мы слишком слабо еще прокачались, чтобы делать возвышение, потому что возвышение наиболее хорошо тогда, когда мы с вами уже до хорошего прям такого прогресса дойдем. А мы еще не настолько хороши, как я думаю, во всяком случае. Так, и дальше у нас есть что? Что мы сами еще можем прокачать? Это слишком пока дорого, как мне кажется. Хотя, сколько будет стоить 25 кликов? Вот так вот она выглядит, да? Так, я еще раз могу прокачать, но дальше нужно будет 3 миллиона лам. Поэтому
Да, это будет довольно сложным достижением, поэтому можно потихонечку вкладываться в каждую вещь, а и через это прогрессировать. Мне главное было бы левел поскорее набить. А, можно посмотреть видео, получить левелап. Ну, можно, наверное, этим воспользоваться, но пока постараюсь своими силами. Но на крайняк я, если что, что-нибудь такое использую. Так, дальше можно ламовую шахту купить побольше. Даже два раза ламовые шахты покупаем. Слушайте, а мы близки к тому, чтобы сделать апгрейд ламовой шахты. А, да, она у нас первый раз прокачается до X2. Будет в два раза эффективнее, поэтому надо бы купить еще. Так, все прекрасно, теперь ламы у нас X2 стали, приносит мне гораздо больше. Теперь каждый раз, каждую секунду там производится по 42 тысячи ламы. Прекрасно. Так, дальше у нас ламовая фабрика. Ламовая фабрика стоит 2 миллиона 700. Звучит, конечно, дорого, но вроде как мы должны с этим справиться. Интересно, сколько следующий апгрейд у нас? Так, следующий апгрейд у нас будет стоить 20 миллионов лам. Звучит, конечно, внушительно, но мы с этим, по идее, можем справиться. И особо без каких-либо вопросов, я думаю. Но сначала я хочу ламовую фабрику довести до совершенства. Поэтому сейчас вот так вот делаем. Покупаем ламовую фабрику. И еще 4 миллиона лам. Да не, ну на самом деле дороговато уже стало. Надо что-то придумывать. И также мне нужно медный клик докачать, а то как-то без него совсем хреновенько. Так что давайте бонусы возьмем. Вау, еще и новую шапочку дали. Теперь это у нас адмирал лама или капитан лама. Так, 15 миллионов тем временем лам у нас есть. Так, знаете, чутка покопить, и мы уже сами сможем приобрести следующее некое улучшение. Мне интересно, насколько оно будет хорошо. Пока что про него ничего нам не известно. Но 3 миллиона лам накопить вообще не проблема, знаете ли. У нас довольно-таки неплохо все идет. Поэтому я могу позволить себе покопить. Так, и дайте мне еще, пожалуйста, 1,5 миллиона лам, и мы сами уже... А вот и они. Спасибо. Вот именно это я и надеялся, что появится, чтобы побыстрее все пришло. Ламовый банк. Вот оно как будет. Интересно. Да так, приобретаем, конечно же, ламовый банк. Так, ламовый банк позволяет нам теперь создавать по 85 тысяч лам каждую секунду. Обалденно, прекрасно, великолепно. Так, но мне нужно доделать, конечно же, наши потрясающие медные кликеры, которые стоят сейчас 25 штук, стоят у нас 3 миллиона лам, поэтому сейчас я быстренько их подниму. Так, и когда откроется, у меня уже новый вид ламы, я хочу открыть более совершенную ламу, потому что это, конечно, капитанская прекрасно, но где сам скин? Мне хочется, чтобы сам скин поменялся. Это да. Но погода прекрасна. Мне нравится, что мы с вами на пляжике так вот хорошо отдыхаем, накликиваем на лам, делаем их как можно больше, заполняем весь мир ламами. Это хорошо, это потрясающе. И тем временем я почти что докачался до улучшения нашего клика. И теперь мы с вами по 20 тысяч каждый раз делаем. 20 тысяч лам за каждый клик делаем. Это ли не прекрасно? Кстати, а по поводу ачивок. У нас они дают какой-нибудь дополнительный бонус? Нет, к сожалению, не дают какого-то дополнительного бонуса. Ну да ладно, ничего страшного. Это все равно все решаемо. Кстати, есть еще сундучок, и он позволяет 3 раза больше лам получить, или в 3 раза... Что это значит? Ну-ка. А, я значительно увеличил у нас, получается, количество лам в секунду. 250 тысяч лам в секунду, но это на определенный промежуток времени, правда, непонятно какой, потому что я не особо... А, нет, нет, да, реально, нигде не написано, сколько... Сколько длится этот эффект? Написано, что вроде как минуты две... Одна минута один бонус, и другой бонус две минуты вроде как. Но, к сожалению, визуально это особо не видно. Единственное, видно, что у нас внизу полосочка X15 стала. Вот так можно примерно определить, что же происходит. Так, и мы еще одну ачивку разблокировали. Новенькую ламовую ачивку. Прекрасно. Так, и по 60 тысяч за каждый клик. Это, конечно, потрясающе, но я не знаю, что мне лучше приобрести. Так, а сколько стоит следующий наш апгрейд? 100 миллионов лам. Ё-моё, вот это, конечно, ценник. Так, еще лам подобрали, конечно же. И дальше у нас потихоньку вот до таких просто фантастических апгрейдов пойдет. Но нужно, конечно же, генерировать еще большее количество лам, иначе оно совсем не то. Я считаю, что нужно этот момент у нас исправлять. Так, что мы сами можем приобрести? Так, ачивочка, прекрасно, не ачивочка, еще одно возвышение. Сколько у нас уже? X36 множитель есть. Но это еще все еще маловато для того, чтобы им воспользоваться. Так, давайте с вами приобретем что-нибудь любопытное. Ламовые фабрики, например, давайте приобретем. X2 их сделали, также ламовый кликер, но он еще не настолько крут, к сожалению. Чтобы его еще раз прямо хорошо прокачать, нужно нам 24 миллиона лам. А, и это достигаемо, потому что, смотрите, мы сейчас делаем с вами по 141 миллиону лам. Ой, нет, по 141 тысячи лам. Почему миллиону-то? Так, блин, я не успел на ламу щелкать. Она убежала от меня. Как так-то? Теперь вся моя жизнь будет без той прекрасной золотой ламы. Она никак не пойдет
с нами в захват мира, к сожалению. Так, ну еще один клик я прокачал. Теперь у нас по 70 тысяч просто за каждый клик приносится. Это ли не потрясающе? Так, еще я золотую лаву поймал. Так, и теперь нужно самые первые апгрейды прокачать как можно больше, потому что за каждый апгрейд у нас неплохо прибавляется полосочка опыта. А опыт — это значительный бонус в развитии нашего этого предприятия. Так, давайте-ка прокачаемся. Оп-оп-оп, готово, прекрасно. Сейчас получим экспы кучу. Так, оп, левелап, отличненько. Так, 100% за золотую ламу нам заработка больше дадут, либо больше более крутое возвышение, либо скидка на апгрейды. Ну, золотая лама выглядит интересно, она можно зареролить, а можно зареролить. Так, а что дадут? Так, больше лам за клик, а если еще раз зареролить, а дальше видео надо посмотреть. Блин, я бы хотел умножитель наш более крутой сделать, но что-то мне его тут не дают, к сожалению. Так, ну, можно больше... Давайте, наверное, золотых лам прокачаем, пускай хотя бы разочек золотые ламы будут прокачаны. Посмотрим, насколько они будут богоподобны, если мы хорошенечко раскачаем. Так, и дальше у нас есть возможность еще что-нибудь прокачать. Так, тут не хватило на удивление, нифига себе, я хочу доделать. Так, все. Так, золотые... Ой, уже X8, эти амбары у нас теперь. Так, дальше нужно за 9 миллионов прокачать еще и медный кликер. Капец, как дорого это все стало. Что ж такие цены-то большие? Так, а сколько мы возвышений теперь? 4-5, ну все еще маловато. Так, дальше нужно будет нам накопить на что-нибудь любопытное, либо множитель еще где-нибудь поднять. Итак, я воспользовался бонусом, и посмотрите, какая прекрасная лама у нас появилась. Вот это да! Прекрасно, прекрасно. Слушайте, мне хватает на то, чтобы купить себе золотой кликер, но я, правда, не знаю, стоит ли его покупать, но, по идее, надо хотя бы один-то все же взять. Сколько он? 3000 лам прибавит? Так, теперь мы по 17 тысяч простым кликом получаем, а если при максимальном, то по 88 тысяч. Боже, какая прекрасная слама. И какая следующая? Так, за просмотр рекламы это понятно. 500 миллионов лам, нифига себе. Ого, смотрите, какую мы ламу с вами пропустили. А это я не видел, она такая, типа, появилась и исчезла как бы сразу же. Любопытная лама, интересно. Так, а шапочки у нас вот такие. Ну, я какую-нибудь комбинацию, не знаю, могу, конечно, вот так сделать, но это супер странно выглядит. Давайте пока что вот так оставим. Так, ну, единственное, я беленькую хочу, пусть она тут у нас как раз снежная карта открылась такая, снежочек, беленькая лама, которая приболела, правда, выглядит, как будто я над ней на самом деле издеваюсь. Но нет, она довольна, она в меня верит, я более чем уверен, я помогаю этой ламе захватывать весь мир, конечно же. Мы в любом случае товарищи. Так, и тем временем надо бы еще, наверное, кликер прокачать. Качну его еще раз. Теперь у нас сила клика какая? Так, теперь у нас по 93 тысячи за каждый клик. Но левел вообще не качается практически. Я-то думал, что сейчас конкретно левел попрет. А на деле-то вот нет, он так не работает. А, так, зато у нас 195 тысяч лам. Капец, какой тяжелый, слушайте. Уровень 6 у нас вообще еле-еле идет, если так подумать. Прям, да, тяжело будет нам. Так, а тем временем у нас сколько нужно следующий? Миллиард лам. Ё-моё, моё почтение этим ценникам. Откуда столько взять? Надо, наверное, же было бы какое-нибудь возвышение адекватное сделать. X5 и 4, ну в 5 раз будет быстрее, конечно, это да. Ну, решил попробовать я возвышение, смотрите, всего пару раз я прокачек сделал, у нас уже X19 множитель, всего 3 полоски, они сбросились, получается, наши полоски, но при этом сейчас я X19 получаю, и я купил только единственный один апгрейд, это конкретно кликер, и на этом кликере я уже делаю... Офигеть, какие заработки наших лам. 5 миллионов лам у меня есть, и сейчас мы потихонечку купим все остальное. Вот так вот возьмем несколько ферм себе, например. Так, еще вот эту ламу купим. Сейчас еще левел у нас произойдет, плюс левел. Так, здесь можно опять же что-нибудь интересное себе приобрести, возможно. Так, скидочки или больше бонус, либо же золотые ламы. Ну, давайте возьмем больше бонуса экспы. Экспа все же это важно, поэтому пускай будет так. Так, ну и смотрите, как у нас все сейчас пойдет-то просто. Капец, как круто все стало. 32 ламы... Уже 32 тысячи лам уже каждую секунду производится. Это только второй апгрейд я взял, и я хочу все поэтапно сейчас хорошенечко так раскачать, чтобы потом еще более лютый множитель взять, чтобы мы с вами, конечно же, более эффективно захватывали все. Так, ну и еще вот так вот, вот так вот, вот так вот быстренько делаем. Отлично, половину левела мы получили. Так, и уже 116 тысяч лам у нас каждую секунду производится. Великолепно, потрясающе. Сейчас мы еще силу клика, конечно же, заапгрейдим, чтобы было еще круче. Так, золотая лама, здравствуй. Оп-оп-оп-оп.
Оп-оп-оп, все взяли. Теперь у нас сколько? 140 тысяч лам за каждый клик появляется. Это только их 4 бонус. Дальше будет ламовая шахта. У нас проапгрейжена прямо конкретно. Так, хорошо. Так, сразу же, оп, сделали. И x4 множитель уже ламовой шахты. Это ли не потрясающе? Слушайте, возвышение — тема хорошая. Главное, не слишком низкий ранг возвышения брать. Вот я практически x6 взял себе бонус. И получается, вот так вот все у нас хорошо пошло. Так, еще ламовые фабрики, конечно же, берем. Теперь у нас 740 тысяч лам каждую секунду производится. Офигеть, как много. Если сравнить с тем, что у нас было до этого, это прям капец как дофигища стало. Это не может меня не радовать, конечно же. Так, и сейчас возьмем еще заводик. 23 миллиона лам. После этого ламовая фабрика у нас должна прокачаться еще сильнее. Что для меня самое есть важное. Так, ну и нужно, конечно же, 500 миллионов лам нам заработать. Потому что 500 миллионов лам — это означает у нас новый скин, конечно же, нашей ламы. Видно, что она еще сильнее эволюционирует. Это есть прекрасно. Так, конечно же, я беру еще одну шкалу множителя. Теперь у нас множитель x26. Потрясающе. Сколько мы лам каждую секунду? Здесь кликбар завис, и я теперь... А, вот он исчез. Отлично. Так, теперь мы на максимальном множителе 1,5 миллиона лам получаем. И каждый клик я получаю по почти 200 тысяч лам. Округлю в большую сторону. Так. Ламовый пауэрплант можно купить, но давайте сначала силу клика качнем. Так, теперь я при максимальном бонусе буду за каждый клик производить по 620 тысяч лам. Обалдеть! Просто потрясающе, феноменально, великолепно. Просто. Я балдею от наших лам. Так, давайте сразу силу клика сейчас еще... Блин, не успел кликнуть. Так, еще сильнее сделать. Теперь по миллион. 1,137,923 ламы за каждый клик. Это ли не шедевр? Так, давайте пауэрпленты купим. 88 миллионов нам нужно будет лам. После этого мы с вами, скорее всего, сделаем пауэрпленты более совершенными следующего качества — X2. А если вас интересовало, что же будет, если под такими лютыми бонусами взять себе апгрейдик, точнее не апгрейдик, а взять себе подарочек, который вот здесь есть за просмотр рекламки, который дает определенную сумму, не сильно большую, но чем дальше пройдешь, тем сумма становится более весомой. И я получил 2 миллиарда лам, получается, или 2 миллиона лам. Короче, много. Так, и смотрите, что у нас есть. Так, не здесь, шапочка у нас вроде как новенькая. Да, у нас вот такая прекрасная новая шапка. Теперь она больше подходит конкретно нашей подзамерзшей ламе. Так, и смотрите, что мы с вами можем дальше приобрести. Мы с вами можем купить ламовый храм, конечно же. Так, и дальше будет 30 миллионов лам у нас, 30 миллиардов лам уже. А, и конкретно до туда будет сложно прийти, полагаю я, но это все у нас исправимо. А сколько нам нужно для открытия следующей ламы? Так, а, это не 500 миллионов, это 500 миллиардов. Ну, да, слушайте, сумма-то не маленькая. Слушайте, суммы-то не маленькие запрашивают наши ламы. Прекрасные наши ламы. Так, ну, мы с вами лучше сейчас возьмем. Так, сколько, кстати, бонус дает? Плюс 5000 лам каждую секунду. Ну, там с множителями получается прям овер дофигища. Так, множитель вот здесь, множитель вот здесь, множитель вот здесь. Давайте еще. Так, левел приехал. Так, левел бонус не сильно интересный. К сожалению, вообще ничего интересного. Ну ладно, больше лам каждую секунду. Пускай производится. Так, берем еще вот здесь апгрейды, еще вот здесь апгрейды. У меня тем временем все пока закончилось. Но это временным. Сейчас быстренько все заработаем. Так, у нас теперь каждую секунду по 4 700 000 лам практически. Потрясающе. И теперь нужно 674 миллиона лам, чтобы мы с вами купили следующий апгрейд. У нас наш медный кликер прокачался еще более сильно, чтобы он стал еще более потрясающим и, конечно же, прибыльным. Так, и сколько у нас на это потребуется времени? На самом деле, немного, мы уже практически достигли нужной суммы. Осталось всего лишь нам 70, 60, 50, 45. Да, все, вот уже готово. Очень быстро цифры летят. Так, апгрейд готов. И теперь каждый клик я делаю 2 347 523 ламы за каждый клик. Звучит просто потрясающе. Так, дальше что у нас есть? Ламовая фабрика. Ой, ламовая фабрика и ламовый у нас этот... Господи, опять не успел щелкнуть. А, ламовая шахта. Так, давайте-ка отправим наших лам в шахту. Как бы это странно ни звучало, но это помогает нам развиваться как можно больше, как можно сильнее. Так, поэтому дальше у нас будет 240 миллионов лам. Сейчас будет готово. Опа, еще один апгрейд появился. Теперь 7 миллионов лам каждую секунду. Дальше ламовую фабрику будем покупать. Будем ее апгрейдить дальше. И насколько же это будет потрясающе. Мне интересно, хочу узнать. Так, оп-оп-оп. Так, готово. Теперь у нас почти 10 миллионов лам каждую секунду. Я аж дар речи потерял, судя по всему. Так, x26 множитель. Прекрасно. Единственное, что у меня уровень на этот раз не так прекрасно падал.
том плане, что мой бонус не настолько уж велик, насколько мог быть. Вот конкретно нижняя полоска у вас всего на 4 деления. Ни на 5, ни на 6, всего на 4 деления. Ну да ладно. Что имеем, то имеем. Так, дальше у нас есть серебряный клик. Можно его прокачать, либо же Llama Power Plant. Давайте наш серебряный клик и качнем. Теперь я по 4 миллиона делаю за... 4 миллиона лам за каждый клик делаем сами. Так, заводики я не трогаю. Вот ламовые Power Plant можно было бы прокачать. Но сколько у нас, кстати, возвышений теперь будет? Всего x2,4 добавится. Это совсем мало. А сколько бонус за просмотр рекламы? Так, 2 миллиарда лам. А это почему так маловато? Если, то есть... А, теперь придется подождать. У меня, скорее всего... множитель, который внизу был, он не на максимум. Если мы с вами до максимума догоняем, то тогда нужно щелкать на бонусы, и можно прям люто все это бустануть. Знаете, что, наверное, еще более жестко, если вот здесь сделать бонусы x3, которые прям значительно все это дело ускорят в 3 раза, а потом еще использовать бонус, который дает нам ламы за просмотр рекламки. Думаю, что в такой комбинации должно что-то мега лютое получиться. Так, и тем временем ламовые пауэрплант я еще раз прокачал. 13 миллионов лам каждую секунду. И мне нужно сейчас этот бонус удержать и быстренько щелкнуть на фристав. Так, оп, и теперь 4 миллиарда лам. Ну, за 4 миллиарда, точнее, у нас уже 5 миллиардов по итогу-то получилось, можно что-нибудь еще интересненькое себе взять. Но чтобы себе такое прокачать, можно золотой кликер себе сильно апнуть, замок, конечно, не получится, можно ламовый банк попытаться купить. Даже не знаю, во что вкладываться с такой суммой, что же здесь лучше. Конкретно ламовый банк я уж точно не смогу купить. Наверное, до следующего уровня. Хотя, может быть, и получится, не знаю. Надо сначала купить, чтобы понять, да? Так, оп, забираем еще бонус. И, ну, давайте, ладно, возьму. X2 готово. 27 миллионов лам каждую секунду. Ё-моё, как много. Я уж не думал, что прям так дофига получится. Текс. Золотой кликер у нас будет сколько стоить? 5 миллиардов лам. Блин. Дорого, конечно, так просто не прокачаешься, это немножечко обидно, но что поделать. Так, здесь по 20 миллионов, слушайте, но самые первые апгрейды я могу прокачать, они хотя бы реально много опыта дают. Их использовать можно как какую-то прокачку, самую первую. Так, здесь опять же никакого прям интересного бонуса нет, единственное, больше лам в секунду, например, можно использовать. Давайте больше лам в секунду. Так, еще вот этот апгрейд сделаем, здесь апгрейд действует, да, действует, чутка у нас прибавляется наша шкала, поэтому почему бы не набрать себе еще бонусов, я думаю, что надо бы набрать себе еще бонусов. Так, здорово. А лама наша прекрасная. Так, ламовый амбар у нас еще один готов. Теперь по 37 миллионов у нас лам каждую секунду производится. Но 7 уровень очень тяжкий. С учета того, как у нас все идет, прямо очень медленная прокачка. Ну что поделаешь, для этого есть, конечно же, возвышение. Кстати, я могу просто наводить на нее, и мне так пишется. Но X3 возвышение меня пока не сильно устраивает. Я хочу, чтобы у нас было все еще жестче, еще круче, еще мощнее. Ну, в общем-то, решил я еще сильнее сделать наших лам, а конкретно сделал я еще одно возвышение. И сейчас у нас X50 уже бонус идет, и потихонечку становится только все круче, потому что сейчас у нас уже есть 156 миллионов лам каждую секунду, и в принципе у меня уже 97 миллиардов наших лам есть в кармане, поэтому можно приобрести себе ламовую ракету или же галактический кликер себе как вариант, и после этого мы с вами станем, возможно, уже ближе к богоподобности. И, наверное, попробую сначала взять ламовую ракету, давайте потестим ее, и сколько же у нас бонус теперь будет. Так, теперь мы получаем по 158 миллионов лам каждую секунду. Есть прекрасно, конечно же, это дело, но на самом деле можно активировать себе еще более лютый бонус, это конкретно мы с вами можем попробовать активировать бонусы вот эти вот, а после этого использовать наш дополнительный бонус в виде бесплатного стафа, и, возможно, мы получим офигеть как много и даже сможем приобрести себе что-то в виде ламового НЛО, который стоит там уже 6 охренеть чего. Прямо овер дофигище, но мне было бы интересно как минимум приобрести парочку галактических кликеров, либо же ламовую ракету сделать еще более сильной. Вообще бы хотелось открыть, конечно же, новую себе ламу, но пока что мы до нее еще не дошли. Ну, в общем-то, активировал я все бонусы, теперь у нас множитель x149 и 245 миллиардов у нас лам. Прекрасно, великолепно, потрясающе. Теперь можно купить себе галактический клик, после чего мы с вами делаем по 69 миллионов лам каждую секунду. Каждый клик великолепно.
потрясающе, но это, к сожалению, только с всеми бонусами, которые у нас есть. Хотелось бы просто так получать такую сумму, но это довольно-таки сложновато. Сколько, кстати, прибавляет? 20 тысяч лам за каждый клик прибавляется у нас за счет вот этого вот апгрейда, либо же можно попробовать себе купить какую-нибудь ламовую ракету, но это, блин, просто капец, как дорого, нужно делать еще больше возвышений, после чего мы с вами приблизимся к нужному. Кстати, возвышение у нас работает только за счет того, что мы с вами покупаем как можно больше... Ой, не покупаем, ловим как можно больше золотых лам. Возвышение делается только за счет золотых лам. Я думал, что сначала, что достаточно в принципе прокачиваться дальше, а делается нет. Тут надо золотых лам ловить, тогда ты становишься все круче, мощнее, эпичнее и богоподобнее, конечно же. Так, и тем временем можно купить себе... Давайте, наверное, побольше ламовых ракет наберу, чтобы бонус был повеселее. Так что вот так вот сделаю. Галактический кликер, конечно, хорошо, но приятнее, когда оно все само делается. А мне вот потихонечку только золотых лам нужно будет ловить и потихонечку накликивать, чтобы бонус был X50. Мне кажется, что это есть самое главное. Так, и дальше нужно будет... У нас цель такова, что мы должны будем с вами добраться до 500 миллиардов, чтобы мы сами открыли, конечно же, нового себе ламового персонажа. Кстати, что нам нужно для... Ага, 500 миллиардов лам для новой погоды. И новая шапочка 600 миллиардов лам. Ё-моё, нифига себе у вас расценки здесь на самом деле. Ну, ничего страшного, мы и с этим справимся. Если вам захочется продолжение, если вы лайками поддержите, по этой лайк обязательно поставь, чтобы не огорчить ламу и меня, конечно же. Больше лайков, больше лам увидите в дальнейшем. Ну, в любом случае, увижу, что вам все нравится. Постараюсь найти больше подобных игрушек и все в таком формате. Также подписочки меня поддержите. Больше вас, больше видосиков для вас. Все логично, закономерно и понятно. Поэтому подписывайся также, на колокольчик нажимай. Если поиграть в эту игру также хочешь, заходи в мою телегу, ссылка в описании. И на Boosty можешь меня поддержать, если вдруг хочется осуществить для меня материальную поддержку, то это делается на Boosty, плюс там есть всяческие эксклюзивные бонусы, которые можно получить только на Boosty. Поэтому заходи туда, там тоже ссылка в описании. Ну а с тобой был Кристалл, не скучай, не болей, скоро увидимся. Пока!